В декабре 2020 года ВВС России получили второй дополнительный бомбардировщик Су-34 по контракту 2012 года. Летно-технические характеристики Су-34. Самолет вооружен 30-мм пушкой ГШ-301 и может нести до 8 тонн на 12 точках подвески. На Су-34 без каких-либо доработок может устанавливаться более мощный двигатель AL-31F-M1. С Министерством обороны на поставку бомбардировщиков Су-34 было заключено 3 контракта. Первый еще в 2008 году на 32, второй более крупный на 92 плюс 2 дополнительно, и третий в 2020 году на около 20 самолетов. Все бомбардировщики по первому контракту были переданы к 2013 году, а 92 по второму – к концу 2020 года, и с ними 2 дополнительных. В летных происшествиях были потеряны минимум 3 бомбардировщика. Еще 2 были переданы в 183 учебный центр и по одному в МЭИ и СИБНИЕ. Всего с их учетом в ВВС числится 124 фронтовых бомбардировщика Су-34. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте про интересную информацию, которая проплывает на проекторе в конце видео.